Очень странно. Так вот, он хочет ей помочь или он просто разленился и хочет на кого-то свалить работу по ферме? Итак, симулятор фермы, ребятушки. Начинается ванна. Это была вот эта ванна или это была другая ванна? Нет, подождите, там была какая-то другая ванна. Нам показали, куда нужно нести воду. Так, нужно сосредоточиться. Она была в сарае. У нас всего три строения. Раз, два, три. Это дом, в котором живут люди. Остается два сарая. Там лошади. Он сказал, напои овец или лошадей? По-моему, ванна находилась... Да, вон ванна, она же торчит. Тем не менее, мы вычислили верную ванну. Чуть было вот сюда не вылило все. Что? Мы можем его облить? Ты останешься? Похоже на то. Клево? В смысле, еще одна пара рук. И не только рук. Спасибо, Джуди. А? Притащи сено из сарая. Начинается, блин. Да, ведь именно за этим я села играть в Beyond Two Souls. Ты не хочешь, чтобы я тебе виллы скрафтила, например? Ну или там из говна и палок построила бы космический корабль, а? Окей. Сено. Лезем. Этому мы научились в ЦРУ. Помоги, Айден. Может быть, блин, Айден все сделает, а? Ну, правда. Куда ты, Айден? Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. В смысле? Я и скинул один тюк, ты чё? А, вообще-то я выбрал как раз верный тюк, ты чё меня гонишь? Джуди, что бы я ни сделал, я, в смысле, Айден, ты всегда недовольна, тебе невозможно угодить. Ой, я смотрю, эй, многие Джуди, пьют кофе. Обед? Нет, я вообще-то сейчас тащу сено. Закончу. Не хочешь мне помочь, а? Обед. Я, конечно, рада за вас, ребят, что вы там хрумкаете. Но, блин, я могу свалить на них тюк сена? Не хочешь мне помочь, например, нет? Да ты не утруждайся. Продолжай кушать. Приятного тебе аппетита, друг. Может быть, немножко сена покрошу тебе в похлебочку. Ты не против? Ладно, давайте вынесем уже это сено. Так вот, насчет кофе, а я... Здесь голова длинная. Мне кажется, я уже рассказывала. Так что мне почитай, Дэн, чатик и так далее, кстати. Сердце прям так ты будешь проходить игру у Wild Dead, вроде от двух ой, лица. Ой, там донат был. Как ты думаешь? Я да. После Beyond Two Souls обязательно прочту все донатики. Спасибо вам, ребят. Так, куда сваливать сено-то? Положи где-нибудь. А, где-нибудь? Окей. Я хочу на овцу положить сено, нет? Нельзя? На овцу прям. Пора обедать. Иди к ребятам, начинайте без меня. Они уже начали. Без тебя и без меня. Я еще не закончил. Ладно, увидимся. Уп. Садись. Ага. Ты мне дал пустой ковшик, да? А нет, ладно, такой у всех. Не привередничай больше. Блин, я прочитала. Ферма Наваха Шмарвозина. А правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. У вас тут много работы. Ага. Набрать и лошади. На мне чурро. А на отце, считай, и все остальное.
А на мне теперь, видимо, сено и вода. А мертвые овцы? Что с ними случилось? Они умерли. Та буря. Вышли из загона и задохнулись в песке. Ночью я открыла дверь и... что-то увидела. Снаружи точно кто-то был. Я не знаю, о чем ты. Я не подглядывала, это был не я. Тебе приснилось. Ты всегда такая любопытная. А ты всегда красишь глаза? Понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Откуда ты пришла? Что здесь делаешь? Тебе ведь не понравится. Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Извини, мне надо работать. Не обижайся, Джоди. Он только с виду такой злой. Наверное. Да он просто на меня запал. Ну, пора за работу, а то отец рассердится. Иначе бы его не делали таким накачанным. Увидимся. Ну, согласитесь, ребят. Молодец, Джоди. Так, а что делать-то? Бабуль, как дела? Меня зовут Джоди, и... я немного поживу у вас пока. Надеюсь, вы не против. Мне вот не нравится, как когда красиво. Меня трогают малознакомые. Вы сами связали? Не трогай, Джоди, это неприлично. Ну, правда, перестань. Пойдем. Пойдемте к лошадкам лучше. Лошадки! Пойду как Джей. Ведь я только что с ним поругалась, почему бы и нет? Поставлю-ка пару за нос. Гордый и упрямый. Не хочет быть как все. О, прям как наша девчонка. Можно попробовать? Имело дело с лошадьми. Только в игре Last of Us. Ну, вперед. Его зовут Ашки. Привет, Ашки. Не бойся, я просто подойду, ладно? А я просто легну тебя. Давай. Тихо. Может, через Айдена? Нет, Айден. Ну что? Я должна сама справиться. Да ладно, я всего лишь полакомлюсь этой лошадкой. Хе-хе-хе, лошаденька. А есть тут сахар или что-нибудь такое? Чтобы приманить ее. А, я не могу влево-вправо ходить. Только по одной линии. Ножки. Он ест ее руку. Не так уж и страшно, а? Смотрите, уже до локтя съел. Признайся, я ведь тебе нравлюсь. Эй, Айден. Хочешь покататься верхом? Я говорила, сама справится. Отведи его в загон. Я могу напасть на кого-нибудь? О, мы играем за лошадь, ребят. Приветик. Хам! Хам!
Ладно, пойдемте в загон. О, тут тоже есть ванна. Как они притащили в эту пустыню целых 3 ванны? Как это ты? У всех свои секреты. А я в тебе ошибся. Блин, ребят, он похож на одного актера. Если хочешь помыться, душ за сараем. Девочки, вперед. Да, хорошо. То есть, погодите, у вас есть ванна для овец, ванна для лошадей, ванна, которая стоит просто посреди фермы, но для людей у вас душ, да? Окей. Так вот, вот этот паренек, качок, похож на актера из русского сериала. Отель Элеон называется сериал. Он работает на ресепшене. Ну, кто смотрел, в общем, поймет, о чем я. Но сейчас не показать, к сожалению. Так, душ за сараем. Итак, это дом. Это... Сейчас, минутку. Это загон для лошадей. Вот это сарай, получается. И это сарай. Но я полагаю, речь вот об этом сарае. Вот теперь бы помыться. Тем более здесь водонапорная башня, если это можно так назвать. Вот, это душ, да? Да, душ. Уютно, ничего не скажешь. Ребята, отворачиваемся. Холодненькая. А нет, теплая, она же нагрелась под солнцем. +18 контент. 81+. Ты тоже в душе моешься? Кроу? Он написал. Краун. Короче, а потом как припустил, и знаете что? Больше его не видели. Что, опять начинается? Это каждую ночь у вас, ребят, происходит? Как вы тут живете? Может, стоит переехать? Конечно, вы не сможете потом продать это место. Пора спать. С такой-то историей. Иди в комнату, Джоди. И не выходи, чтобы... Да, мне это говорили еще вчера. Помнишь, что стало с овцами? Не будь овцой. Ты пострадала. Черт, это в чем дело, Пол? Что происходит? Иди в свою комнату. Ты тут не поможешь. Он же не знает, какая у нас сила. Судя по всему, эта ферма построена на какой-то проклятой земле. Да? Типа на индейском кладбище. Это наша комната, но перед этим я все-таки хочу попробовать выйти наружу. Или нам придется сначала опять раздеться и только потом попытаться что-то сотворить. Ружа, я иду. Да, мы можем попытаться выйти. Хе-хе-хе. Любопытная девчонка. Звезды в пустыне, такие звезды, ребят. В городах-то звезд не увидишь. Слишком уж светло. А здесь красота. Сейчас, мне кажется, мы получим по щам. Ого! Какой он здоровый!
целый отряд. Чем они это заслужили? Как они провинились? Это случайно не из-за грани существа? Блин, куда бежать-то? Что делать? Воу-воу-воу! А это нельзя припасть. Блин! Фух. Блин, ребят, ничего не вижу, слишком тепло на экране. Неплохо идем. Как ты только что пробил ему сарай? Нет, не ешь меня! Джоди, ты всю ферму им разбила! Разорила просто! Не туда. Но откуда я знаю, в какую сторону имелось в виду? Злое божество, а это его слуги? Подождите, или они наоборот нас охраняют? Что происходит, я не понимаю. Я ничего не понимаю. Джоди. Джоди, я же велел не выходить. Ты сейчас чуть не погибла. Да, я знаю. Что происходит? Что это такое? Я что тебе говорил? Ты говорил не выходить. Сидела в комнате. Скажите мне правду. Вы должны сказать мне правду. Это яйцо. Яйцо? Хочет крови. Он жаждет только крови. Тут ничего не поделать. Нельзя драться с духом. Так может переехать? Духи здесь не живут. Он приходит зачем-то. Отлично. Пафосная фраза. Ой, я подумала, слева Джоди. Ну да, у них же одинаковый размер. Лофатка! Ой, а я никогда не каталась на лошадях. Ты не будешь против, если я сяду к тебе на спину, да? Ну, если ты сильно просишь. Оп! Как бы убедить его пойти вперед? Я просто вперед жму, нет? Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ашки. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Тогда вперед! Вот он. Уже кадрится к ней. Вот. А это как на мотоцикле. Ребят, а что случилось? Я никуда не нажимала. Случайно задела, видимо. Ой, еду как на мотике. Надеюсь, ты меня помнишь. Удачки. Надеюсь, скоро ты приедешь ко мне на крюк. Сейчас я его тут срежу. А нет, не срезать. Только по прямой. А вот тут можно срезать. Красота, да, ребят? Такие пейзажи.
удовольствием. А долго скакать-то нужно? А я могу в другую сторону вообще поскакать? Нет, конечно же, не могу. Ну давай, давай. Окей. Он сам перестал галопом скакать. Спешилась. Перешел на рысцу. Где, где он сидит? Что, привал устроил? Овечки. Ну, давайте, флирт, мод он. Я понимаю, это больная тема. Но у тебя есть девушка? Но мне нужно знать, что случилось ночью. Пол знал этого духа. Это ведь уже не в первый раз. Может, это их прабабушка? Яйцо всегда было. Господи, яйцо, серьезно? Он крадет души по ночам. Старики говорили, это кара. Проклятие живущих на этой земле. А те призраки вокруг дома? Получается, один из них охранял ее в душе? Знаешь, кто это? Отец говорит, что наше племя всегда защищали пять духов. По ночам они отгоняют от нас яиц. А днем помогают принимать душ. Ребята, я не могу не брать, знаю, не шутить. Верить ли, но яйцо до сих пор не проник в дом. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Ты как будто бежишь от чего-то. Я просто пытаюсь забыть. Блин, живот урчит. Начать новую жизнь. Может, я просто бегу от самой себя. Ты как мы. У тебя тоже свой мрачный секрет, да? Да. Я... Я должна признаться. Я... Oh, Shazam. The bear by a shark. Не хотят, чтобы она их понимала. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодца. Да, я вчера прокинула. На обратном пути проверю. И я могу туда сгонять. А погодите, в колодце пропала вода? Вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Где колодец? Он там. Его легко найти. Там мельница. Хорошо. Так. Увидимся на ферме. Вон там, да? Ладно. До встречи. Легко найти. Ой, дружище. Кому легко, а кому не очень. Ты еще не знал, с кем связываешься. Где колодец-то был? Я же на лошади сейчас поеду. Поскочу, точнее. Вон, вон колодец. Фух. Ну, давай, давай. Друнь-ду-ду-дунь, друнь-ду-ду-дунь. Папаня обломал весь кайф. Ну давай, Айден, чини мельницу. Блин, а долго еще глава? А, перекати поле застряло. Ничего себе, как оно подпрыгнуло. Готово? Молодец, Эль. Насос заработал. Все? Тип-топ.
Показалось. Я промахнулась. Лошадь. Оп. Оп. Блин. А, мне, наверное, надо проверить, да? Ну ладно, я проверю. Может быть, он зовет меня куда-то, влечет? Ой. Он меня зовет в сарайчик. Батюшки, батюшки. Батюшки. Такой же амулет, как и в доме. Что же это все значит? Что же это значит, ребятушки? Больше ничего нет? Не, правда, все? Ну ладно. Мы там так долго пробыли? А, это нам показывают картину, что здесь произошло. Кто-то сжег целое поселение. Может быть, это были предки Пола? Едва успела. Блин, пешком теперь топать. Уже второй раз он нам это рисует. Да я помню, помню. Что ж это было? А, это была не моя лошадь. Что ты хочешь сказать? Корона, корона, и чё? Давайте поскачем, посмотрим, что там в той дырке будет. Скачем в дыру. То ли дело, если бы он рисовал яйцо. Верхом на генчике. Надо было назвать лошадь Генчик. Навстречу короне. Сибирская корона. Ребята, на лошадке здорово скакать. Даже в игре. Как мы потом обратно вернемся? Я уже забыла. И что я должна здесь сделать? Непонятно. Что-то блестит на земле, видите? Почему призрак решил показать это именно нам, а не семейству? Айден, что-нибудь видишь? Так вон тут на полу лежит что-то. Сабля. А, мне нужно сочетать сабли. Блин, сейчас. Я не сразу поняла. Итак, погнали. Подождите, то есть это они напали на поселение? Существо перебило солдат в форте? Похоже на то. Может, это яйца? Yeah.
Вы похожи на него. По манере поведения. Хотя этот какой-то мелкий. Наверное, это яицко. Брат яйца. Дерево. Надо его найти. А, вон то дерево, нет? На лошадь могу забраться? Блин, как я найду дерево, черт, я пропустила, что за дерево. Я отвлеклась в этот момент. Ну да, шляпа и правда выглядит новой совсем, подозрительно. Речь об этом дереве, я надеюсь. А? Или нет? Не, не похоже. Блин, ну что за дерево? Я пропустила, куда надо. Может, вот это? Нет. Блин. Жопа. Я не видела, куда нам надо. Дерево! Может, вот это? А что, я тут не могу пройти? Между двух камней. Господи. Ну, мне не спешится, игра не дает мне спешиться. Помогите Дине найти дерево. Так, давайте-ка выйдем на дорогу. Нет, это не дорога. Вот дорога, ладно. А вот это дерево, что ли? Нет, тоже нет. Он не дает слезть. Короче, давайте, раздирайте назад, едем в ту сторону. Просто по дороге. Игра нам подскажет, когда мы будем рядом с деревом. Стойте, дорога кончилась. У нас проблема. Хьюстон, у нас кончилась дорога. А, ну что-то громко-то. Вот, продолжается дорога. Скачем. Скачем дальше. Я сейчас оглохну. Я сейчас оглохну. Наверное, дерево будет какое-то большое. Я надеюсь, я скачу куда надо. О, фух, слава богу. Это место я уже видела. Вот это, видимо, дерево, да? Мы нашли дерево, ребята. Yes! Фух. Так, что тут делать-то? Опа, поглядите-ка, вот это дела. Место, где погибли наши существа. Призраки. Ну, когда они были еще не призраками. Ты
них были ритуальные маски. Ага. Спасибо. Еще амулеты. А почему призраки начали подсказывать именно нам? Может быть, они почувствовали, что мы с помощью Айдена сможем раскопать правду? И этот без талисмана? Это Пол? Младенец. Пятый талисман висел на шее младенца. Я пропустила, ребят. У Пола был такой талисман? Помоги, Айден. Покажи, что тут было. Сейчас, ребят. Они пытались его сокрушить. Ничего не поняла. Там все перемешано как-то. Чего-то не хватает. Покажу талисманы Полу. Может, он что знает. Я уж думаю, наверняка знает. Наверняка. На улице же день деньской. Чего это тут надвигается уже буря? Скачем. Талисман? Или талисман у бабушки? Ох, ребят, мы должны дать духу отпор. С чего бы начать, правда? Побегу в дом для начала. Да блин, где вход в дом? Господи, Джоди, шевели булками. Мне показалось, что талисман был у бабули. Да где чертова дверь в дом? А вот же она. Бабуль. Чё, как дела? Что на младенце? Мне дала его мать, а ей ее мать. Еще она дала мне это. Бабуля раскололась. Пятый талисман. Все, бабуль, я тебя обокрала. Thank you.
как все на самом деле было. И здесь все начинается. Надо смотреть внимательно. И все запоминать. Значит, нарисован человечек. Впятером у костра. Они пробили дыру и вышли за грань. Это существует за грани, ребят. Ваши предки призвали сюда яйца. Их толкала ненависть к бледнолицам. Они призвали злого духа, чтобы отомстить. Он напал на них. Он был голоден, хотел крови. Яйцо! Он здесь! Он пришел за нами. Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Они провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю. Сам обряд забыт много веков назад. Я видел этот обряд. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Он идет. Все, ребят, нам нужно изгнать яйцо. Давайте займемся делом. Пора изгонять яйцо. Пора сделать из него яичницу. Где ты, яйца? Выходи. Костер, надо нарубить дров. Может, ты перестанешь заколачивать и поможешь мне с ритуалом? Алло, друг. Где? Куда она посмотрела? Где-то рядом с ним канистра стояла, да? Вот она, канистра. Чертям собачьим сожжем это место! Как будто там краска была, судя по цвету. Уть! Джоди, ты чего? Я знаю, что надо делать. Бежать в дом! Буря уже идет! Решай, Джей! Сани, ты говоришь? Говоришь. Найди палку, Джоди! Найди, чем чертить знаки! Тут много палок есть, из чего выбрать? Много палок взять. Ой, слава богу, что меня не заставили чертить. А то я же не помню, что там за знаки. Блин, я вообще не помню, что там за знаки, фак! Я даже, блин, не догадываюсь. Не, подождите. Нет, я помню, там был знак человечка. Я помню, там был знак человечка. Точно, да. Я еще сказала, что, типа, у него там вместо юбочки костер. Нажал! Рисуем! Теперь надо заклинание. Каждый рядом с талисманом. Каждому талисману нужна живая душа. Нас только четверо. Бабуль, давай. Бабуль, ну давай. Нам нужна пятая душа для обряда. А блин, нам нужны папаня. Где Батяня? Черт! Нужна еще одна душа! Где у нас Батя? По-моему, Батя где-то в доме лежал. Как я не подумала?
Блин, я пропустила, о чем она там подумала, фак. А, это я пятая душа, ну ладно. О, дыра открылась, ребята! Дыра открыта! А что теперь-то? А что надо делать-то? Так да, бабуля, а что теперь? Туда яйцо! Яичницу все! На! Получи яйцо! Сейчас помогу, если не оглохну. На, блин, на яйцо! Похоже, динозавра, правда? Джоди прилегла такая реально. Вы, ребят, там разбирайтесь, я пока прикормлю полю. Я весь плотно поела, лепешки, там картошки запечатаны, все такое. Эй, Дина, ты работай. Так всегда. Ах, ребятушки, похоже, мы победили яйцо. Была неравная борьба. Четверо против одного яйца. Четверо и Айден. Джоди лежит, бабуля лежит. Джоди! А как же бабуля? Подожди, почему ты не к бабуле побежал? Она твоя родня, твоя кровинушка! Вот так вот, да? Вот так вот. Шима-сани! Все отметили, да, что он побежал к девке, которую он знает 2 дня. Не к своей бабушке, с кем он прожил всю жизнь. Ни один бледнолицый не был на этой земле. А потом отправляемся. Сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Ты на свидание позвал? Эта земля священна. Загадочно. Бедная бабуля, да. Тебе лишь бы под юбку залезть, да? Так вот, у Джоди нет юбки. Ха! Зря стараешься. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А долго нам так грацевать? Бабушка сама виновата. Не надо было петь, пока тут такое творилось. Он нас в пещеру зовет или куда? А, понятно. Одеяло бабули. Что это за место? И куда он делся? Блин, я не могу. Стейси, я опять ржу от твоих комментариев. Бабуля подумала, что это шоу «Голос». Такая, сейчас спою! Это мой шанс!
Грустный момент, не до шуточек. Не до шуточек про бабулю. Наверное, мое слишком улыбающееся лицо будет выглядеть странно, когда я это для Ютуба нарежу. Зрители будут думать, о боже, она убила бабулю и радуется. А, погодите, блин, Пол тоже умер. Черт! А я могла исцелить Пола, а, ребят? Да это дело, бабуля, почему кости? Они должны покоиться вместе со своим народом. Блин, может, я могла исцелить и Пола, и бабулю? Фак! Фак! Мне в чате намекали, Дин, у тебя скрипит пол. Дина, почини пол. Я могла спасти Пола. Спасибо, Жоди, я же поняла! Знаю, могла. Не вини себя. Да, не надо винить добро меня. Добро пожаловать. Отец из Шамасани у наших предков. Кура, спасибо за донат. Им там хорошо. Наверное, в живых им было бы еще лучше, нет? Если бы я вспомнила, что есть Пол, и его можно спасти. Я могу их раскопать и спасти. Что мне делать-то? Пойду плакать в углу. Не, ну правда. Может, я с помощью Айдена могу их раскопать и спасти? Нет? Видимо, нет. Парни, не оставляйте меня одну на кладбище. Тут страшно. Опа. Джойстик задрожал. Такой, ты могла спасти Пола! Тупая ты. Зда. Здание, да? А где он стоял? Подождите. Я не понимаю, он меня... Куда он меня позвал? Камера, пожалуйста, ты можешь не вертеться? По-моему, сюда. По-моему, на этом выступе он стоял. Местность немножко напоминает Uncharted. Мне, наверное, нужно наверх залезть, да. Да. Давай, Нейтан. Давай, у тебя все получится. Я успела вообще-то. Наша Джоди просто недостаточно спортивная. Хотя, подождите, как это она может быть недостаточно спортивной? Она в ЦРУ работает. Должна и без кнопок залезать. У него с собой были кухонные спички. Что же мы сейчас найдем? Получается, мы могли просто уйти, а могли осмотреть эту пещеру. Ну как осмотреть? Тут ничего не видно. Попытаться ее осмотреть, наверное. Ну там нарисовано... Ага, ага, так, злой дух. Вердено какое-то и человек с рогами. Я все-таки бьюсь об заклад, что яйцо тоже из-за грани. Что яйцо, в принципе, тот же Айден. Так ты решилась? Уезжаешь? Мне нужно кое в чем разобраться. В своем прошлом. Теперь я к этому готова. Ты помогла нам, Джоди. Оставайся тут. Нам. И всему племени. Будем жить втроем на ферме, как бы странно это не выглядело. Если не найдешь, что искала, возвращайся.
Подожди, серьезно, ты будешь продолжать тут жить? Нет, нет, не здесь мой дом, не посреди пустыни в одиноком сарае, правда, друг. Такая, застегни уже эту пуговицу. Я тоже. Она врет, она будет скучать по его старшему брату. Ей абсолютно пофиг на Кори. Тот неловкий момент. Будет скучать. Но мы с ним еще увидимся. Давайте поцелуем его. Он же на бабулю забил ради нас, так что заслужил. Пару дней всего знакомы. Пару дней, ребята, прошу отметить. И вообще не общались. Так только на лошадях покатались. Джоди. Ты что, пешком собралась идти? Пришлось немного повозиться, но я его починил. Когда ты успел? Бери. Мы же занимались похоронами. Когда ты успел? Знак благодарности. Что не спасла моего отца? Бензобаки сахар. Кто тут говорил, что я подобрела? Прощайте, ребята. Я вашу дыру не вернусь. Духи. Мы получили приз, девушка, шаман. Итак, Айден не стал осматривать весь дом. Мы не починили мотоцикл. Мы рассказали Джею правду, завершили обряд. Я сначала прочитала обед. Мы вышли из дома. Окей, то есть можно всю игру было провести в доме, видимо. Нас спасли призраки, мы не спасли Пола, да, и большинство не спасло Пола, потому что все про него забывают, наверное, да? Мы поцеловали Джея перед уходом, как и 48% игроков. Вот я расстроена, что мы не спасли Пола!